Здесь, в Огудевском поселении, проводит прием жителей депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. Этот прием проводится по инициативе партии «Единая Россия». Свой приезд в Огуднево Ирина Слуцкая начала с посещения социальных объектов, которым было предоставлено финансирование из депутатского фонда. Первое из таких учреждений – детский сад «Ручеек». В нем гости показали игровые комнаты, спальные помещения, пищеблок. Затем Ирина Слуцкая посетила Огуддевскую общеобразовательную школу и переговорила с ее руководством. Здесь планируется проводить ремонт физкультурного зала. Посетили садик «Ручеек», куда выделили определенные средства для покупки малых форм. Это будет небольшая беседка и небольшой такой городок. Походили, посмотрели, как вообще продвигается, куда еще нужны вложения, потому что здание требует действительно ремонта. После этого посетили школу. Там мы тоже выделили средства, это из депутатского фонда. Перед проведением приема в клубе состоялась встреча с жителями Огуднева, в которой кроме Ирины Слуцкой принимали участие и представители руководства поселения, и районные депутаты. Самой волнующей проблемой для многих сельчан стала вырубка леса, который необходимо, по мнению жителей, сохранить. Одновременно с этим представители многодетных семей пришли узнать, законна ли вырубка деревьев на территории СНТ «Весна», и получили утвердительный ответ. Однако они опасаются, что из-за нахождения их домов в зоне ветров деревья могут повредить дома. Было решено провести экологическую экспертизу местности, чтобы убедиться, что вырубка леса не повлияет на домовые строения. Гораздо сложнее найти решение в отношении вырубки леса в Каблуково. По этому вопросу жители смогли собрать целый пакет документов, которые теперь будут направлены в Министерство экологии для прояснения ситуации. Вопросы, которые жители хотели задать и обсудить лично с Ириной Слуцкой, были вынесены на отдельный прием. В ходе его депутат и ее помощники зафиксировали все обозначенные темы в протоколе, чтобы иметь возможность проконтролировать решение обозначенных населением проблемных вопросов. Какие-то вопросы нам удалось при помощи коллег решить на местах, а остальные вопросы требуют более детального исследования. Направим депутатский запрос в нужные органы, будем решать. Ирина Слуцкая отметила, что стремление дойти до каждого жителя, услышать его мнение – это один из главных приоритетов власти, четко и определенно обозначенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это способствует выполнению целого ряда программ, что влияет на улучшение в целом жизни населения. Все, что делается сейчас, на этом нельзя останавливаться, нужно ставить еще больше амбициозные планы и выполнять их. Я считаю, что Андрей Юрьевич очень много сделал для Подмосковья и еще больше сможет сделать. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».